Саратовские врачи одними из первых сдали нормы ГТО. Сегодня еще нет официально установленных показателей, но медики решили заранее проверить свои силы. Для участников ежегодной спартакиады среди работников медучреждений области даже подготовили специальные значки. Подробности у Елены Губенковой. Они взволнованы и предчувствуют победу. Сотрудники областных учреждений здравоохранения съехались со всего региона на ежегодную спартакиаду. Правда, в этом году будут не просто бороться за победу. Они первыми попробуют сдать нормы ГТО. Старая аббревиатура теперь расшифровывается по-новому. «Готов к труду и обороне» сменили на «Горжусь тобой, отчизна». Я думаю, что будет непросто. Учитывая то, что это не показное какое-то мероприятие. Да, безусловно, мы преследовали несколько целей. Не в первую очередь показать свои спортивные достижения. Здесь спорта высоких достижений, наверное, вряд ли получится у нас. Главное, мы хотели показать приверженность, свою приверженность, приверженность медицинских работников здоровому образу жизни. На прыжки в длину 3 попытки. Все как в детстве, говорит Алексей. Нормы ГТО сдает одним из первых. В своих силах уверен. К соревнованиям особо не готовился. Я просто занимаюсь спортом, играю в волейбол. Я считаю себя хорошим спортсменом. Сегодня я просто действительно болею немного. Простудился. Прыжки в длину, бег, отжимания и плавание. Здесь полный комплекс прежних норм ГТО. Одно отличие – сдадут их все с первого раза. Так как официально еще не установили нужные показатели, саратовским медикам засчитывают любой результат. Получат участники и долгожданный значок. Учитывая то, что сегодня федеральных значков еще нет, мы посчитали необходимым, возможным дать всем участникам соревнований вот такие вот значки. Министерство здравоохранения Саратовской области, ГТО. Все показатели официально фиксируются, и когда будут установлены настоящие нормы, участники спартакиады смогут рассчитывать на то, что их достижения примут во внимание. Но даже если результаты не засчитают, работники медучреждений уже будут готовы к сдаче нормы ГТО. Елена Губенкова, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.